«Она сложная и противоречивая, как моя жизнь», так говорит Александр Шаронов о своей книге «Мастарава». В этом году автор отметил 80-летие, и особым подарком для него стало новое издание героического эпоса на русском языке. «Для меня «Мастарава» – это прежде всего образ эрзянского, макшанского и русского народов, и нашей Мордовии, и России. Потому что они, она, «Мастарава», их представляет как эпические этносы, которые встали в один ряд с выдающимися европейскими эпическими этносами. Эта книга появилась 28 лет назад. За прошедшие годы эпос был переведен на несколько иностранных языков. Было множество переизданий. Автор признается, что редактирование произведения велось им всю жизнь. Последнее издание эпоса на русском языке им правилось четырежды, и после этого «Мастарава» стала более совершенной с лингвистической точки зрения. «Мастарава» есть художественный, эстетический, философский, мифологический, исторический, духовно-нравственный образ народа. Образ великолепный, образ гениальный, показывающий наш народ во всем цвете его одаренности. И в этом заключается значение «Мастаравы» как художественного и научного произведения. Указом главы Мордовии Александру Шаронову присвоено почетное звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия». Награду вручили тут же на презентации. Это стало признанием и заслуг автора как человека, и лучшей оценкой значения самой Мастаравы. За заслуги в сохранении и развитии национальной культуры присуждено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия». Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости.